Политическая договоренность о разблокировании транспортных связей, которая содержится в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября, может изменить всю экономическую ситуацию в регионе. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС, передает канал 13. «Это очень важный момент», — сказал он, комментируя этот пункт трехстороннего заявления. «И я думаю, что в ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом, потому что, когда мы говорим об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги», — отметил Пашинян. Он также добавил, что политическая договоренность о разблокировании транспортных коммуникаций, конечно же, может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе. Премьер Армении подчеркнул, что рассчитывает на реализацию данного положения. «Я надеюсь, что те политические договоренности, которые зафиксированы в совместном заявлении, нам удастся воплотить в жизнь. В частности, я имею в виду разблокирование экономической инфраструктуры, железных дорог и так далее», — пояснил Пашинян.